Кякуман Дорукит, Мабороши но Тэйюхэн, или Кэсэнэкит. Азартные игры из 89 года, основанные на манге. Дается два режима, свободный и квест. В первом учимся покеру, блэкджеку, рулетке и слот-машинам. Во втором обыгрываем абонентов, чтобы заработать миллион и сразиться с королем казино. Японская версия напрягает, теряется нить сюжета, но играть можно. С квиксейвами побеждать легко, хоть и пропадает азарт, что есть основа миллион-долларового паренька, а еще чувствуешь себя шулером. Обыграв всех в Лас-Вегасе, отправляемся в следующую локацию. Я посетил Японию, потом Нью-Йорк и Монако. Да, вероятно, путь был неправильный, зато успел освоиться с управлением. Еще не сразу понял, как перемещаться между игорными заведениями. Кнопка Select выручила от бесцельного проматывания четвертаков у одноруких бандитов. Вообще, мотаться между казино, они имитируют оригинальные клубы, среди посетителей которых можно встретить реальных медийных персонажей, придется много раз. Нужно побеждать более сильных и богатых людей, чтобы в итоге собрать заветную сумму и 4 золотые карты. Ближе к финалу попалась игра на больше номинал карты, а там и до короля казино недалеко. Thank you.
Игру прошел, несмотря на языковой барьер. Это возможно сделать и без хитрости эмулятора, ведь имеется система паролей. В целом, показалось затянуто и однообразно, но тем не менее захватывает. На то и азартная составляющая. Выиграл не миллион вынесенных заголовок, а почти два, и ушло на это 5 долгих вечеров.